В ваших стихах сильна социальная и политическая сатира. У меня на первом плане стремление отозваться на что-то актуальное и насущное. Хотя слово «сатира» мне не нравится, я не считаю свои тексты сатирическими. В ваших стихах чувствуется, что вы за что-то переживаете. Может быть, я ошибаюсь. Скажите мне, а есть ли у вас все-таки такой герой, которому вы постоянно сочувствуете? Есть, конечно. Это человек моего поколения, который с большим трудом научился жить в позднем Советском Союзе. Из-под него эту действительность вырвали и сунули носом в совершенно другой мир, в котором ему на пятом десятке там, или на четвертом надо было опять с нуля начинать учиться жить. Я географию страны учил по винным этикеткам. Это ваша фраза из стихотворения, кажется, уже стала во многих кругах хрестоматийной. Это все как давно кем-то было сказано, история повторяется два раза, один раз как трагедия, другой раз как фарс.